приехали на беговую, чтобы посмотреть Лахта-центр. И он уже перед нами. Вон он там. Где? Вон торчит вот эта вот огромная шишка, это Лахта-центр. И здесь вот опять город контрастов, потому что сзади меня старые-старые дома, а впереди огромное, самое высокое здание в Европе и России, Лахта-центр. Не, ну издалека он казался чуть выше. У нас даже его из дома видно, в котором мы заселились. А впереди я вижу Финский залив на фоне Лахта-центра. Самое эпическое видео, которое может быть. Нашего района тоже Лахта-центр виден, вот он. Самое время показать вам квартиру и район, в котором мы живем. Вот это район, пожалуйста. Вот такой район. Здесь вы видите то, что все строится полностью. И типа вот по этой дороге гуляют местные жители. Вот, то есть я как бы не обманываю вас. Здесь катаются на велосипеде, здесь гуляют и тому подобное. Вот, видите, да? Это наш дом, а это наш подъезд, в общем-то. Вот так вот выглядит. Все модно, стильно и молодежно. А это наш лифт. Дверь закрывается. Нет, никуда не поедем сегодня. Четвертый этаж. Это еще один наш подъезд. Очень все модно, стильно, солидно и молодежно. Welcome. Здесь наша прихожка, она такая маленькая, даже есть огромный шкаф, шкаф-зеркало. Дальше передвигаемся сюда, тут у нас ванна большая, хорошая, унитаз я вам показывать не буду, это неприлично. Есть гладильная доска, но нет утюга, его еще надо поискать, тут всякое приблуда, зеркало. Душевая, короче, огромная ванна. А также здесь еще есть, короче, помимо выключателя света, если включаешь на эту, не на ту, на эту кнопку нажимаешь, здесь включается вытяжка. То есть, короче, 21 век, многоквартирный дом, новостройки, все топ. Дальше, если идти в главную комнату, это считается как студия, наверное, скорее всего. А здесь у нас, во-первых, сзади меня холодильник. Во-вторых, у нас здесь кухонька. Вообще, смотрите, здесь, короче, полный фарш, плита, вытяжка, микроволновка. Все просто топ, это программа по домам. Всякие приборы, не приборы. Короче, кучу всего интересного. Посмотрим, что в холодильнике есть. В холодильнике мышь повесилась, есть яйца, есть рулет и мороженое. Все. Дальше проходим сюда, здесь у нас диванчик. Двухспальный, на нем сплю только один я, Кирилл спит на полу. И вчера было очень мило, то что хозяйка написала о том, что типа, вот я к вашему приезду застелила вам кровать, то есть мне кровать застелила, чтобы прямо приехал и сразу лег спать. Огромное спасибо, это тоже респект. Ну и дальше у нас здесь стол, кстати, да, мы уже успели позасрать комнату, квартиру, хоть и находились здесь очень мало времени. Плазменный телевизор, стол, два кресла. И самое главное, самое интересное, у нас есть также балкон, живем мы на четвертом этаже. Здесь у нас также есть стол и два стула. И самое главное, это вид, потому что, ну, ребят, да, согласитесь, вид на Петербург. Пожалуйста. Вот такой вот у нас вид, стройка, новый район, все строится. Внизу детская площадка. Но, в принципе, мы довольны и жаловаться-то не на что. Вот такие вот дела.